Александр Цибульский освободил от занимаемой должности Илью Иванкина. Документ подписан накануне. Цифровую ТВ-приставку бесплатно смогут получить все, чей доход ниже прожиточного минимума. Легенды и были Малого Бора. Новый туристический маршрут презентовали сотрудники историко-культурного и ландшафтного музея-заповедника Пустозерск. Православный Новый год отмечают сегодня христиане. 14 сентября церковь отмечает новолетие. Здравствуйте, с главными событиями в студии Иван Никонов. Уже второй губернатор оказался недоволен работой руководителя образовательного блока. Александр Цибульский освободил от занимаемой должности Илью Иванкина. Документ подписан накануне. Начальник департамента образования, культуры и спорта Ненецкого округа добровольно сложил свои полномочия. И пусть в трудовой чиновника стоит запись по собственному желанию, жители Заполярья знают, это закономерный результат его деятельности. Вся школа пьет из одной чашки. Ну как это, ну чашки, этого не может быть. Может, да. Может. Это просто вы сейчас приехали, нам поставили чашка, в этот же день, нам поставили кулер и стаканчики. А как это из одной чашки? У вас одна чашка и... Да, это, одна чашка на всю школу. И это ведро воды, что ли? Кулер. И графин воды? Да. Ну, не знаю, первый раз слышу. Разберемся. Первый раз слышу «разберемся». Это выражение Ильи Иванкина уже стало крылатым. То и дело, отвечая на вопросы поверенному ему департаменту, чиновник либо отделывался своей коронной фразой, либо давал обещание обязательно все выяснить. Правда, к пятнице. В пятницу я вам доложу. Нет, в пятницу. Зачем вам так много времени? Почему до пятницы надо? Ну, с запасом немножко все равно. Повестка будет готова к пятнице. Вам... У нас прям пятница, судный день. Ну, давайте в четверг. Замечаний в адрес руководителя департамента образования звучало много. Илье Игоревичу перепадало едва ли не на каждой планерке. То за невыполненное поручение главы региона, то за срыв сроков сдачи очередного объекта. А с теннисным кортом вообще вышел настоящий анекдот. К завершению стройки возник вопрос, кто будет тренировать наринмарских детей. У нас основная проблема, она заключается в том, что нам необходим тренер. В Ненецком округе у нас тренера по теннису на данный момент нет. Через несколько дней, когда от такого заявления взбудоражилась вся общественность, тем более родители, чьи дети уже по 10 лет занимаются теннисом у Николая Кислякова, Илье Иванкину пришлось как-то выкручиваться. Я ни в коем случае не хотел сказать, что у нас Кислякова нет. Я его знаю прекрасно, человек работает, но он работает в лидере. Нам в Норде нужны еще тренеры. Вот что я имел в виду. А то, что там слова из контекста вынули. Я ничего ниоткуда не выдергивал. Это я имею в виду. Вы мне сказали в пятницу на встрече о том, что у нас есть проблема, что есть. Нет тренера. Нет. В округе, я цитирую вас, в округе нет тренера. Но Юрий Георгиевич сказал, привезет тренера. Да. Я не поленился, поднял трубку, говорю, Юрий Георгиевич, откуда у вас тренер? И на каких он сюда поедет условиях? Юрий Георгиевич, да не то чтобы тренер, просто есть человек со вторым юношеским разрядом по теннису, который готов приехать. Какой же это тренер-то? Дальше больше. За несколько дней до открытия корта всплыла еще одна крайне любопытная информация. Только сегодня с удивлением для себя в одном из телеграм-каналов прочитал, что там еще какие-то проблемы с землей у этого корта. Ну, давайте я выясню. Да вы его открывать собираетесь через 2 дня. Как же вы его откроете, если там земля не оформлена? Там земля выделена под автомобильную стоянку. Строительство. Что делать-то будем? Как мы откроем корт, который по документам у нас автомобильная стоянка? В этот день Илья Иванкин получил последнее предупреждение, пока халатная работа руководителя образовательного блока не довела его до очередного скандала. В ваш адрес поступило письмо от, значит, Елены Вяльби. Это президент Федерации лыжного спорта. У нас, как вы знаете, есть талантливый спортсмен. Александр Терентьев. Он у нас кандидат в сборную России по лыжным гонкам. И вот нам Елена Верби обращалась с просьбой поддержать нашего талантливого спортсмена. Письмо от Елены Вяльби в профильный департамент поступило аж 10 мая этого года. Послание явно залежалось на столе у руководителя. А на вопрос, как вы собираетесь помочь лыжнику и собираетесь ли вообще, чиновник заявил, в бюджете средств не предусмотрено. Теперь не предусмотрено место и для самого Ильи Иванкина в окружной администрации. Таким образом, за 5 лет на высоких постах качеством своей работы он не устроил сразу 2 губернаторов. В 2013-м глава Поморья Игорь Орлов снял Иванкина с должности министра образования Архангельской области. Надежда Качигова, Сергей Качигов, Игорь Тарасевич, Александр Дуркин, телеканал «Север».
Жителям с низким доходом предоставят доступ к цифровому ТВ бесплатно. Цифровую ТВ-приставку смогут получить все, у кого доход ниже прожиточного минимума. В регион доставлены наборы цифровых телевизионных приставок. В рамках государственного контракта было закуплено 553 таких комплекта, состоящих из цифрового эфирного тюнера и комнатной антенны. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок. Победителем аукциона в электронной форме стал индивидуальный предприниматель Алексей Тарасов. Цена контракта составила 831 тысячу рублей. Как сообщает пресс-служба окружной администрации, с 10 сентября открыт прием заявлений на получение бесплатного ТВ-оборудования. Этот вид государственной социальной поддержки в округе предоставляется впервые. Новый экскурсионный маршрут «Легенды и былины Малого Бора» презентовали сотрудники историко-культурного и ландшафтного музея-заповедника Пустозерск. Организовать и обустроить туристическую тропу удалось на деньги, полученные за счет гранта ПАО «Лукойл». Первыми с маршрутом познакомились сотрудники «Лукойла» и наша съемочная группа. Конечно, мы начинаем его от Городецкого озера, от которого мы начинаем потихоньку уходить дальше в бор. От Спирихинской лахты через Малый Бор, минуя аллею берез, ерей, обходя Русско-Ненецкое кладбище, к Самоедскому старшине устремляемся в городок. Общая протяженность маршрута около 5 километров. Частично он совпадает с Большой Пустозерской тропой, протяженность которой 10 километров. Маршрут «Легенды и были Малого Бора» по замыслу специалистов музея-заповедника создавался для школьников и пожилых людей. Ведь не всем по силам преодолеть 10-километровый путь. Эти маршруты будут развиваться. Я надеюсь, что дальнейшее их развитие подскажут сами жители, поскольку проектирование Большой Пустозерской тропы завершается в этом году. Но выносить этот проект на обсуждение мы будем как профессиональному сообществу, так и жителям нашего края, особенно тем, кто с этой территорией непосредственно связан. Воплотить проект в жизнь и обустроить удалось благодаря компании «Лукойл», которая объявила конкурс социальных культурных проектов. Музей-заповедник стал победителем и получил грант. Я так думаю, интересен и администрации региона, поэтому средства были добавлены в рамках протокола на 2018 год. И я думаю, что считаю, и вот как мне показалось, очень удачно реализован этот проект. И чтобы презентация была действительно незабываемой и передавала колорит эпохи, а Пустозерск возник во времена Ивана III, первопроходцы туристического маршрута услышали музыку тех времен. Для них играл Максим Анухин, представитель Санкт-Петербургской гусельной школы. «Легенды и были Малого Бора» – это 5 километров удивительных историй и легенд о первом заполярном форпосте. 5 километров знакомства с северной природой, растениями и птицами. Понравилось все. Поучительно, занимательно, прекрасно. С погодой повезло. Это для себя вообще как бы открытие, так сказать, Ненецкой земли заново и по-новому, потому что я человек, в общем-то, не местный, из Архангельска, 2 года всего в Наринмаре, 3-й пошел. И для меня, как для любого приезжего в Нау, всегда это, что такое Нау? Это олени, чум, бураны, снег, тундра. А Пустозерск открыл, ну, для нас, я считаю, для всех, Ненецкий автономный округ, и в том числе вот всю эту Ненецкую землю, как-то с новой стороны мы ее увидели. Не ожидали, что будет такая интересная экскурсия. Виды тут замечательные, замечательный воздух. Особые хочу благодарность объявить нашим экскурсоводам. Они очень всего много знают. Всем рекомендуем посетить данное место. Место какое-то, знаете, чарующее. Маршрут уже полностью готов для пеших переходов и ждет туристов, чтобы рассказать им свои легенды. Ольга Русл, Александр Бобрикович, Леонид Шишилов, телеканал «Север». Сегодня, 14 сентября, Православная Церковь отмечает новолетие. Церковный год начинается не 1 января и даже не 14, а 1 сентября по юлианскому календарю или 14 сентября по принятому теперь григорианскому новому стилю. Традиционно Новый год – это время подведения итогов, составления планов на перспективу. Глава Наринмарского прихода владыка Яков рассказал, каким был этот православный год для епархии, что удалось сделать для храмовой территории. Богоявленский кафедральный собор – своеобразная визитная карточка города. Каждый год духовенство и прихожане благоустраивают храмовую территорию. Появляются новые памятные знаки, беседки и даже уникальные для севера растения. Так, в конце августа рядом с памятником Иоанну III по инициативе владыки Якова был установлен мемориал в честь 5-летия освящения Северного морского пути и 90-летия вхождения земли Франца Иосифа в состав нашего государства. Ровно
5 лет тому назад, в сентябре 2013 года, на пограничном корабле с крестом 5-метровым, установленным на верхней палубе, мы шли через все арктические моря Русской Арктики, освещая этот вожделенный для многих, но русский арктический путь на Дальний Восток, ведший в Русскую Америку тогда и на Дальний Восток. Теперь об этом событии напоминает флагшток с тремя флагами пограничной службы России, патриаршего проекта и военно-морской Андреевский. Черная мраморная глыба, найденная в тундре, и корабельный якорь. Сейчас по всей территории храмового участка идут работы, тянут кабель, чтобы смонтировать современную подсветку для самого собора и объектов, расположенных рядом. Например, стелы часовни. Ее осветили в пасхальные дни. По всем четырем сторонам ее будут установлены памятные доски. Две уже есть, третья находится в стадии производства. Кроме того, начато строительство водосвятной часовни в честь святителя Николая, покровителя русского севера. Однажды я подумал о том, что было бы хорошо иметь здесь наш собственный источник на территории храмовой, рядом с Богоявленским кафедральным собором. И Григорий Борисович Коваленко, который в свое время был мэром Нарьян-Маре, рассказал мне о том, что когда-то, когда еще не было этих современных зданий, здесь был колодец в непосредственной близости от нашей земли. Поиски водоносного уровня с первой попытки увенчались успехом. После возведения часовни, а владыка надеется, что устроить ее удастся в течение этого православного года, горожане смогут набрать здесь святую воду и обычную питьевую для употребления в пищу. Еще один символ веры на территории собора – крест. Прихожане привозят сюда камни со всех уголков земного шара, значимых для православных верующих. Когда был совсем недавно в этом странстве по Маточкину шару, по следам экспедиции Федора Розмыслова, взял от подножия креста, который установлен на вершине сопки над поселком Северный, там, где проводятся ядерные испытания, составляющие основу нашей самой главной защиты Отечества, ядерных сил. Я взял белый камешек от подножия креста, принес сюда. На завершающей стадии строительства церковный терем. Сюда переедет свечная лавка. Ну а что касается нового православного года, его также принято отмечать в кругу семьи. В отличие от традиционного Нового года, который выпадает на самый разгар поста, в новолетие не накладываются запреты на праздничный стол. В этот день вы можете побаловать себя и своих близких самыми лучшими угощениями. Ольга Русул, Вадим Носкин, телеканал «Север». ГТРК «Поморье» и Росфонд продолжают совместную акцию помощи. Принять участие в судьбе больного ребенка можно прямо сейчас. Для этого достаточно отправить сколько угодно смс-сообщений со словом «дети» на номер 5542. В вашей помощи нуждается Максим Зевакин. Подробнее о проблеме мальчика и о том, как ему помочь, в нашем следующем сюжете. Он грезит футболом и мечтает играть за ЦСКА. Максим Зевакин на первый взгляд кажется обычным 10-летним парнем. Он тренируется наравне со всеми и отрабатывает технику владения мячом. Сразу и не скажешь, что Максим инвалид. Его правая рука практически не двигается. Впрочем, даже этот факт не мешает маленькому спортсмену идти к своей цели. Не помех, не мешает. Тут работают только ноги. А еще Максим любит рыбалку и неплохо разбирается в технике. Да и в школе учится хорошо. И это несмотря на то, что он только недавно научился приподнимать руку вверх и захватывать кистью предметы. Инвалидность мальчик получил еще в младенчестве. На 7-е сутки жизни Максиму поставили диагноз «перелом левой лучевой кости и акушерский паралич правой руки». Лечили консервативно, массаж, магнит, электрофорез. Домой Максима выписали через месяц без рекомендаций. Акушерский паралич сказали, это не лечится. Крупный плод был, родовая травма шейного отдела позвоночника, был перелом плечевой кости со смещением левой ручки и парез рыба с правой. И очень надеется как бы на эту операцию, что будет лучше. Потому что рука не поднимается вверх, отвести он ее не может в сторону. Приходится, бывает, даже и помогать где-то одеться, тоже рубаху, пуговицы застегнуть, куртку. Сначала одеваем
пораженную руку, затем здоровую. Дальше годы стандартного лечения. Приглашали домой массажиста, занимались лечебной физкультурой. Татьяна уже потеряла надежду на то, что ее сын сможет полноценно двигать правой рукой. О ярославском микрохирурге Михаиле Новикове женщина узнала совершенно случайно. Искала в интернете новые методы лечения и упражнения и наткнулась на информацию. Написала в клинику, Максима пригласили на консультацию. После личного осмотра и обследования доктор Новиков сказал: «Мальчику можно помочь, но нужна дорогостоящая операция». И наше лечение будет состоять в том, что мы будем хирургически улучшать баланс за счет перемещения мышц. Ну, и также мы будем работать не только на мышцах, но и на костях. Вот и в таких поздних случаях, да, не исключено, что нам придется делать остеотомию ротационной плечевой кости. Именно потому, что это ребенок уже с последствиями отчасти выросшие, и вот эти изменения, они уже коснулись ее костей. Стоимость лечения 813 750 рублей. Читатели газеты «Коммерсант» и сайта «Русфонд» соберут 790 750 рублей. Не хватает лишь 23 тысячи. Для многодетной семьи сумма неподъемная. Ну, строя детей, зарплаты маленькие, нам-то нереально самим собрать такую сумму. Помочь Максиму может каждый из нас. Нужно лишь отправить на короткий номер 5542 смс со словом «дети». Стоимость одного сообщения – 75 рублей. Кроме того, у Русфонда есть и мобильное приложение, где также можно перевести пожертвование. Татьяна и ее дружная семья верят, что деньги на операцию соберут, и Максим начнет полноценно жить и непременно станет профессиональным футболистом. Алина Ваучейская, Сергей Качегов, телеканал «Север». И на этом все. Новости вы можете увидеть и на нашем сайте, адрес trksever.ru. Далее смотрите прогноз погоды.